хочу быть красивой и подтянутой, и не боюсь заявить об этом всему миру. Именно так думает каждая участница конкурса «Мисс Фитнес Бикини», которая уже несколько лет подряд собирает полные залы зрителей в Йошкар-Оле. Это не просто шоу красоты и грации. «Фитнес Бикини» — это особая номинация женского бодибилдинга, утвержденная Международной Федерацией Бодибилдинга и призванная показать, что спортивное тело может и должно быть красивым и женственным. Участницы этого конкурса раз за разом доказывают, что красота и спорт идут рука об руку. В этом году участницы конкурса вновь готовы удивить зрителей. Поняла, что нужно заняться собой уже. Привести форму в порядок. Но я пошла в тренажерный зал, решила попробовать себя. Меня это все увлекло, так как я чувствовала себя более бодрой, энергичной. Безусловно, меня поддерживал тренер. И в дальнейшем я решила попробовать себя в проекте «Мисс Фитнес Бикини». Но это прежде всего для меня мотивация, какие-то изменения в жизни, посмотреть на себя со стороны, на что способна я. Вообще, конечно, победа – это не главное. Я главное считаю, что это участие все-таки. Но все же я не оставляю шансов на победу. Я с детства участвовала в разных конкурсах, но в основном это конкурсы были связаны с танцами, потому что я закончила школу искусств, хореографическое отделение. Для меня конкурс «Мисс Фитнес Бикини», он является новым. Я люблю открывать что-то новое для себя, и поэтому меня заворожила перспектива нового проекта. Но изначально моя позиция для конкурса была это доказать самой себе, наверное, что за столь короткий срок можно добиться очень хороших результатов, стоит только прилагать больше усилий, терпения, усидчивости. Ни для никого не секрет, девушки ранимые мы, и очень часто мы можем срываться и говорить, что все, я устала, я больше ничего не хочу. Но нет, ты сам себя подбадриваешь. Когда тебя окружает огромное количество красивых девушек, которые достигли огромных результатов, это вдохновляет. Ты ставишь перед собой цели, которые, как ты думаешь, что они невозможны, на самом деле невозможны, возможны. Это стопроцентный вариант, потому что я сама себе уже это доказываю. Неоднократно причем. Жизненная совершенно ситуация. Играли большая компания в Xbox. Я очень устала, не хотела физических сил и поняла, что нужно привести себя в форму и поддерживать ее дальше. Занималась полгода с личным тренером, а позже решила возобновить свои занятия и пришла в тренажерный зал. Я набрала мышечную массу, я похудела, структура тела поменялась. В общем, я стала стройнее и привлекательнее. Решила принять участие просто потому, что это стало интересным. Так как хожу в тренажерный зал, тренера посмотрели и сказали, что есть перспективы. И предложили поучаствовать. Я подумала, почему бы нет. Это интересно. Превратить обычных девушек в прекрасных спортсменок – задача профессиональных инструкторов. Справиться с ней по силу тренеру, который сам регулярно выступает на соревнованиях и в курсе всех новшеств в мире спорта и фитнеса. Рустам Шакиров и Александра Масленникова – сертифицированные инструкторы, которые готовят девушек к конкурсу. За плечами у них не один десяток чемпионатов и российского, и европейского уровня, а спортивные награды уже не помещаются на полках. Девочки в основном приходят не спортсменки, и моя задача как тренера – привести их в хорошую форму за максимально короткие сроки. Девушки занимаются 4-5 раз в неделю. Тренировки у всех индивидуально подстраиваются. В зависимости от внешнего вида, от формы. Каждой девушке составляется индивидуальный план тренировок и питания. Для меня это интересная работа, потому что результат виден на сцене. Ну и доволен результатом моих подопечных. В проекте «Фитнес Бикини» девочки занимаются не только физическими и силовыми тренингами, но и занимаются позированием, потому что правильная подача, правильный образ очень важную роль играет. Я считаю, что каждая девушка должна быть не только быть в хорошей физической форме, но и быть в гармонии с собой. Не все могут устоять перед вкусняшками, сдержаться и держать себя в руках,
чтобы достичь отличной формы, но залогом поистине хорошей формы является именно правильное питание. 70% залога вот успеха хорошей формы – это правильное питание и здоровый образ жизни в общем. Федерация бодибилдинга «Мариэл», фитнес-центры «Византия» и «Византия Джим» приглашают всех на шоу спорта, красоты и моды «Мисс Фитнес Бикини», которое состоится 21 ноября в ДК 30-летия Победы. Фитнес-центры «Византия» и «Византия Джим» — это новый фитнес в твоем стиле. Это современный тренажерный зал и залы для аэробики. Фитнес для каждого, силовая аэробика, танцевальные направления и новая программа «Академия детского фитнеса». В фитнес-центрах «Византия» и «Византия Джим» работают сертифицированные инструкторы-мастера своего дела. Это лучшие тренеры Федерации бодибилдинга «Мариэл» Рустам Шакиров, Александра Мышляева, Александр Мусерский, Елена Шматкова, Максим Кислицын. Выбирайте фитнес по душе. Вперед к идеальному телу!